Три копейки, 1905 год. На реверсе между двумя пятиконечными звездочками указан номинал монеты, цифра 3. Под ней надпись «Копейки». Ниже под декоративным разделителем в виде двух разнонаправленных декоративных линий с кружком посередине мелко знак Санкт-Петербургского монетного двора, буквы S.P.B. В верхней части реверса полукругом углубленная дата чеканки 1905 и надпись «Года». В нижней части вдоль канта полукругом венок из лавровой слева и дубовой справа ветвей, перевязанных внизу на узел бантом. На аверсе в центре изображен малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. На груди орла – московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, копьем поражающего змея. Вокруг щита – цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла изображены гербы царств Казанского, Польского, Херсонесо-Таврического, герб Соединенных Княжеств, Киевского, Новгородского и Владимирского, царства Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого Княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, в левой державы, символы государственной власти. Вокруг герба широкий обод, состоящий из двух частей, соединенных вместе ромбовидным узором. В верхней части выпуклая надпись «Медная российская монета». В нижней вдавленная надпись «Три копейки». Гурт трубчатый. Монета образца 1867 года. Отчеканена из меди на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тиражом 3 333 333 штуки. Вес монеты 9,83 грамма. Диаметр 27,9 20 8,4 миллиметра. Толщина 2,1 миллиметра. Средняя цена 400 рублей. 3 копейки 1906 года. На реверсе между двумя пятиконечными звездочками указан номинал монеты. Цифра 3. Под ней надпись «Копейки». Ниже под декоративным разделителем в виде двух разнонаправленных декоративных линий с кружком посередине мелко знак Санкт-Петербургского монетного двора, буквы S.P.B. В верхней части реверса полукругом углубленная дата чеканки 1906 и надпись «Года». В нижней части вдоль канта полукругом венок из лавровой слева и дубовой справа ветвей, перевязанных внизу на узел бантом. На аверсе в центре изображен малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, копьем поражающего змея. Вокруг щита цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла изображены гербы царств Казанского, Польского, Херсонесо-Таврического, герб Соединенных Княжеств Киевского, Новгородского и Владимирского, царства Астраханского, Сибирского, Грузинского, Великого Княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, в левой державы, символы государственной власти. Вокруг герба широкий обод, состоящий из двух частей, соединенных вместе ромбовидным узором. В верхней части выпуклая надпись «Медная российская монета». В нижней вдавленная надпись «Три копейки». Гурт трубчатый. Монета образца 1867 года, отчеканена из меди на Санкт-Петербургском монетном дворе, тиражом 5 666 675 штук. Вес монеты 9,83 грамма. Диаметр 27,9-28,4 миллиметра. Толщина 2,1 миллиметра. Средняя цена 400 рублей. В идеальной сохранности до 10 тысяч и больше. Конкретно эта монета куплена за 130 рублей.